Ну что, новый день. На ходу походу. Опять рэп-туса. Едем в клуб. О! Косян уже прибыл. О, какие люди! Миха! Здорово! Здорово! Ну что, ребятки, почитаем сегодня или что? Давайте! Галан заряженный минусами. Поехали! Все, погнали! Погнали! Все, погнали! Четушими добрый лапой, но просишь на репите минус поток фанты. После дней на работы лечит, заряженный вечер. Снимает стресс рэпчик, с пацанами встречу. Не восточено, но фразы сочные очень. Микрофон проглотит все, даже усталой ночью. Ты весомая причина, так просто жить. То, что вызывало ненависть, хочу любить. Плыть с тобой по течению, я твой герой. Муза, 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 Мишаня со мной. Ну-ка, давай вместе. На ходу походу, походу на ходу. На ходу походу. Голова великая муза мне дышит в спину. Внезапно открыла дверь в мою квартиру. В жесткой форме заставила взять тетрадь и ручку. Соберись духом, разум сложи. Метафору во многих вещах ищет воображение. Где-то прет, где-то нет, стыль, испарение. Превращение простых в крутых людей. Мы пацаны простые все, избавься от иллюзий. Ты весомая причина, так просто жить. Группа «Мама, не горюй», встречайте. Скоро готов будет новый альбом «Муза». И он будет стоить больших надежд. Доктор Албат на пути к выступлению. Поехать дальше. Едем в клуб «Рамиль». Рождественская, 24. Ребята сказали, что вроде можно там выступать, и вроде даже колонки есть там какие-то. Ну, а если не будет колонок, мы наденем наушники, будем выступать в наушниках, блядь. Так что так, ребят, посмотрим, как нас будут встречать. На ходу по ходу, да? Все решили. Да, на ходу по ходу. Вот мы уже на Рождественской подъезжаем. Нам нельзя прямо там кирпичу только налево, блядь. Один раз я ездил, блин, прям гаишником в руки, ну, молодцы. Хотели лишить меня прав мусора, но не получилось. Там, я сказал, что мусора, извините, пожалуйста. Инспекторы, да? Инспекторы, DPC, блядь, ты Хасяна не беси, блядь. Так, 5:30. Так, мы почти поехали. Что по навигатору у нас? 370 метров. Вон. Нам на светофоре придется постоять чуть-чуть. Вот. Кто хочет подкрепиться, вот недалеко от клуба, вот Макдональдс. Ребята, заезжайте. Вот. Только не толстейте, я вас прошу. Comedy Club.
прикинь, да? А я что-то и не знал. Да я сам рисал, только увидел. Это все доктор Албан. Твой, да, Миха свой. И «Мама, не горюй» группа представляет, скоро будет концерт. То есть мы будем представлять свой альбом, который называется «Не встречай по одежке». И я говорю, там стоящие вещи будем зачитывать. Так. Ну это... Ну, это он? Нет, это Z-Top. Z-Top раньше был. А сейчас он просто топ-клуб. Раньше Z-Top был. Дима, ты бронишь? Я не рад. Там нет. Не знаю, мы приехали. Куда приехали, да? Чего приехали? Куда приехали? Да вот тут вставай. Да я вот прям тут и вставай. Разберемся сейчас. Здесь не надо вставать. Нихуя нельзя. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Эй! Барабин на сцене поддерживает как никогда. Да, кстати, на основной площадке. Как звук, народ? Все, вы выходите, не знаете. Мне все представления не нуждаются. Не смогли так прекрасно Пацаны, убавили звук, сначала представились. Блядь, вы ко мне в жопу ели, сука. Здравствуйте. Съебись, нахуй. Спасибо. В районе автозавода включена ночью кнопка автопилота. Мимо самого завода наверх, центр одна прямая дорога. Через кольцо пролетает на Карпов. Нет, по Ленина. Не был бы я, мне были бы нервы людей. Просверлено время, правка Газпрома наполнит бак автобус до полного. Ребята, извините, я просто немножко выпил, блядь. Ну могу читать, блядь, и ехать могу, блядь. За рулем, блядь. Нельзя, но могу, нахуй. Так, давай заново или что-нибудь.
Раз, два, Фредди заберет тебя. 3-4, запирайте дверь в квартире. Дитя света уничтожило страх в себе. Узнала Нэнси важный секрет его смерти и снов перенесла Фредди Крюгера. Убила зло, как будто ничего и не было. Фредди заберет тебя. 3-4, запирайте дверь в квартире. 5-6, Фредди всех вас хочет съесть. 7-8, много не просим. Половину что-то забыли, ну не половину. Ну что, домой едем? Да, да. Нет, ну сейчас прокатимся. Ну тут повеселее, да? Да конечно. Повеселее. О, огонек давай. Видосик. Так. Всем привет. Все у нас найти. Сегодня была вечеринка. Она закончилась. Сейчас мы пойдем домой отдыхать. Это вторая часть. Чего? Что нам сказать? На ходу, по ходу. И биточек здесь подставишь, будет огонек. Это Ванька Огонек. Это Макс Ванька. Хоть это там все-таки, да? Да. На ходу, по ходу. В любую погоду, в любое время года.